Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня на фоне такого трейлера будем разбирать новый трейлер GTA 6. Сначала смотрим его, а потом конкретно разбираем, что да как, и что получилось, и что будет, и так далее. Ну а перед началом ролика, я, как всегда, всем желаю приятного аппетита, я всем желаю приятного просмотра, но мы погнали. Итак, что мы видим? Видим мы главного персонажа, одного из жизнь вообще жителей этого города, а именно Vice City, что у нас на трейлере показано, окрестности, графику, девушек и так далее. То есть, как видим, много тусовок, много разных, то есть жители живут в этом городе, именно живут разной жизнью, что не было показано ни в одной серии из GTA. Это так на первый взгляд моего зрения, то есть какая-то бабка с там топорами. Вот именно игровой процесс, так понимаю. Два персонажа основных, которые будут. Девушка и, получается, парень. И логотип самой GTA 6. И это открытие, получается, будет 25-го. года. Итак, теперь смотрим, что мы видим конкретно в этом трейлере. То есть первое, что мы видим, это показывает саму графику птиц. А главное, то есть, что это начало, видимо, истории, а именно как наша героиня, то есть главный персонаж, находится в тюрьме. То есть она заключенная. Потом показывают нашу природу. А именно, заметьте, деревья, птицы и так далее. Vice City. На этом основном моменте, смотрите, видите, момент похожий где? Правильно, GTA 5 возле, получается, военной территории есть небольшой такой островок. Это вот чем-то похоже на эту местность. Что мы видим? Птицы, растения очень хорошие, проработанные. Заметьте, насколько проработанные персонажи, то есть все кубики, знаете, то, что новый движок, это та фишка, которая может, допустим, вот жировая масса, грубо говоря, да, на девушке, заметьте, у нее прям двигается все это, не то, что это статичное, как GTA 5, а именно двигается, вода, всплески, опять же, замечаем, наша героиня, но уже не заключенная, а уже едет на крутой машине. То есть уже она как миллионерша. Кто, получается, водитель, либо это наш второй персонаж, либо кто-то еще, непонятно. Также видно ихняя компания, потому что вот видите, вторая машина и ихняя компания. То есть они уже как бы миллионеры. Типичная гетто. В принципе, жизнь гетто и так далее, только это уже в другом. И машинки. Эскалейт, как ты понимаешь, Роуз. То есть персонажи этой игры живут, именно живут. Не было такого еще количества персонажей в трейлере, как, допустим, даже в GTA 5 то же самое. То, что прям очень большое количество их, очень большое. Заметьте, здесь клубы, тусовки и так далее. Опять же, наши люди, то есть разборки, именно криминал и так далее. Здесь показаны тачки, заметьте. В Vice City машина у нас показана. Опять же, тусовка. Момент. Мост. Да, говорили то, что будет карта очень-очень большая. Заметьте, насколько, да, она проработанная. То есть здесь и корабли, яхта, самолет. Один мост двойной. Потом мост разломанный какой-то. Знаете, это все можно будет ездить, плавать. Какое море, смотрите. Вот, основной момент, на котором я хотел остановиться, не на девушке, не знаю, видите, а именно на графике. Насколько проработана эта графика. И даже, видите, выемка на коже у нее и то проработанная. Не знаю, это именно эффект, либо на самом деле будет такая графика, но сделана классно. Но на этом я заострю момент, потому что показали другой момент, где графика немножко похуже. Продолжаем дальше. То есть Vice City,
И заметьте, насколько я так понял, в самой игре будет свои трансляции. Видите? Типа трансляции ведут. Если они сделают то, что типа персонаж может вести трансляцию, и тем самым ты там набираешь подписчиков, это будет как в игре блогеры вести. Прикиньте, да, ты не только в реальной жизни, ты еще и в игре делаешь что-то. Дрифты, девушки тверк танцуют. Вот, видите, типа, они сами ведут свою трансляцию. Это же прикольно. То есть, ты персонажем можешь подписываться на других персонажей и смотреть их истории. Не только в игре, а именно самой. Точнее, не только в жизни, а самой в игре. Крокодил заходит в здание. Не помните, это есть такие моменты из реальной жизни, где, допустим, много моментов замечал, то, что есть такой фильм, где этот крокодил также заходит в игру, в магазин. То есть они сделали из реальной жизни в игру переместили. Ограбление, то есть какие-то вот, опять же, видите, Fallout тоже, то есть они снимают именно своих персонажей. Что они делают, что они делают, не делают. Грязь. То есть мотобайки, видите, свои клубы, вот. То есть какой-то мотоклуб будет. То есть они все грязи, смотри, как они проработаны и все. Вот, какая-то бабка с топорами разбила машину. Видимо, неправильно припаркуешь машину, персонажи будут тебе машину тут разбивать. Это мое предположение, опять же. Не знаю, правильно это неправильно, но я вижу это так. Вот, заметьте, минута два, графика, да, персонажа, это, видимо, графика будет самого, игры, и заметьте графику на этой девушке, то есть две разные графики, мне не кажется вам, то есть здесь она как бы обработана и все сделано, а здесь на минута две, если посмотреть, то, совсем другая графика, даже давайте это, покажем это на девушке. Да, похожая, но все же она чуть похуже, чем на той, да? Если это будет такая вот именно графика, то это вообще будет обалденно. То есть, опять же, вот мотоклубы. Вот они, наши два основных персонажа. То есть, вы можете играть и за девушку, и за мужчину. Ограбление. И логотип. Что я хочу по поводу наших персонажей, то заметьте, ее показали вначале как заключенную, показывают ее миллионершей и показывают ее, как она грабит так, магазины и так далее, банки. То есть три ветки ее прогресса в GTA-шке будет. То есть как она, начиная с как ее посадили, заканчивая как она поднялась со своим парнем. В принципе, вот он весь трейлер, разобрали мы. Что я хочу сказать? А именно, основной момент я хочу заострить на графике. Очень сильно Rockstar показала графику, прям бомбическую графику. Если они сделают хуже игровой процесс, будет еще трейлеры именно игрового процесса. Если они сделают его хуже, то, они немножко, как сказать, неправильно сделают. Все ожидают вот такую вот графику. Вот такую вот графику мира. Вот такую графику персонажей. Чтобы именно такая графика была. Представляете, когда выйдет RP-шные сервера, то есть онлайн GTA, RP-сервера и так далее, и вы можете кастомизировать своего персонажа. То есть делать, допустим, ту же самую грудь, там, не знаю, бедра, прически, именно такие, как они есть на самом деле сейчас. То есть вы можете сделать человека полным, худым и так далее. Это все зависит от вас. И если будет такая графика, эта игра взорвет мир. Она и так взорвет мир, но с такой графикой это будет просто бомба. То есть крокодилы какие-то. Кстати, есть момент, если я найду, я ставлю этот момент, как из реальной жизни крокодил вытаскивает. И здесь крокодил тоже вытаскивает. И все это в новостях показывается. И здесь, видите, тоже все это в новостях показывается. То есть девушки делают тверк. Интересно, будет ли это реализовано также в игре? Также сделано. Либо это просто для трейлера сделано. Возможно ли вообще это сделать? Дрифт, опять же, говорю, подписки, все это все есть. В общем, игра ожидается бомбическая. Надеюсь, это и будет так, как они заявили. Смотрим других трейлеров.
Я, для меня это первый трейлер, не знаю, я показал свои эмоции, свои, в принципе, мировоззрения об этой игре, то, что я думаю. Опять же, я склоняюсь к тому, что такой графики не будет, как они показали. Это все эффекты, не эффекты и так далее. Ну, надеюсь, что она и будет так. Ну, а вы ставьте лайки, дизлайки там, пишите комментарии, что вы думаете, и вообще правильное направление я двигаюсь, то есть правильно ли я записал обзор или нет. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока.